Латвия в 2016 году планирует выделить на оборону 350 миллионов евро, что почти на 100 миллионов больше, чем в этом году, сообщил журналистам в понедельник министр обороны Балтийской республики Раймонд Бергманис. Расходы госбюджета на оборонную сферу в следующем году составят 1,4% валового внутреннего продукта, ВВП, сказал Бергманис. По его словам, на военные нужды республика планируется потратить 350 миллионов евро. В этом году бюджет Министерства обороны составил 1% от ВВП или 254 миллиона евро. Дополнительные средства планируют потратить на развитие инфраструктурных проектов, а также на увеличение числа военнослужащих и закупку средств ПВО. По словам Бергманиса, сейчас численность армии составляет около 5000 человек. В ближайшем будущем планируется увеличить ее до 6000 человек. В Латвии профессиональная армия. Республика является членом НАТО с 2004 года.